Площадь Тверская застава. После 1834 года площадь новых триумфальных ворот. С 1832 по 1990 площадь Белорусского вокзала. После 1990 площадь Тверская застава. Белорусский вокзал открыт 19 сентября 1870 года. Изначально Брестский. Брест — это город Белоруссии, столица Белоруссии — Минск. Сейчас Белорусский вокзал. В 1899 году маршрут электрического трамвая от вокзала до Петровского путевого дворца. И чуть позже на площади сделали трамвайный круг. В 1950-х годах на площади разбили сквер и в центре него поставили памятник Максиму Горькому. Вот он как раз, его хорошо видно. Великому русскому писателю Максиму Горькому от правительства Советского Союза. июня 1951 года. И Тверская улица раньше называлась улицей Горького. Название площадь Тверская застава по заставе в конце главной улицы Тверской и Мской слобод. Название дано в конце 18 века. Ну вот, недавно площадь реконструировали. Такой сквер. На время реконструкции маршруты трамваев изменялись. Вот есть маршрут до станции метро Бульвар Рокоссовского. И здесь конечная трамвая. Трамвайный круг сейчас есть. В 2007 году проект строительства подземного торгового центра. В 2011 году этот проект отменили. Вот сейчас как выглядит площадь Тверская застава. Разделяет Ленинградский проспект и Первую Тверскую и Мскую улицу. 25 мая 2019 года, суббота. Вот как развлекаются. Прыжки на скейтах. Места много. И на Триумфальной площади можно увидеть такие трюки. Вот въезд в центр Москвы на Первую Тверскую и Мскую улицу. Новые деревья садили. Первая и вторая Брестские улицы, дорога к Садовому кольцу, улица Грузинский вал, Пресненский вал, до Большой Филевской улицы можно доехать, трамвайные пути. Остановка Тверская застава. Белорусский вокзал. Храм Николы Чудотворца, Тверской путепровод, станция метро Белорусская. Их две, на Замоскворецкой и Кольцевой линиях. Вот примечательные здания и сооружения на площади Тверская застава. Впереди тоже красиво. Лесная улица, улица Бутырский вал. Впереди начало Ленинградского проспекта. Автобус. Длинный маршрут у него от 75-го километра МКАДа до площади Тверская застава. В принципе, все время по прямой. И очень часто они ходят. Такое удобное перемещение и альтернатива метрополитену. Вот такой
обновленный сквер. Гранд-отель «Белорусская». Автомобильная парковка у белорусского вокзала. Она платная. Как раз ее видно. Вот потоки движения с грузинского вала и со стороны Садового кольца. Но все равно до реконструкции здесь было больше затруднений, сейчас стало легче. В 2017 году реконструкция площади Тверская застава завершена. И также на Тверской улице появился новый светофор на Первой Тверской Мской улице, пересечение с улицами Васильевская и Чаянова. Вот такой красивый въезд в центр Москвы, граница двух административных округов, северного и центрального. На севере район Беговой, в центре Тверской. Ну, парковка у белорусского вокзала. Есть движение под мостом при движении от Триумфальной площади. Тоже можно попасть к белорусскому вокзалу. Все здесь отрегулировано. Вернули трамвайные маршруты. И движение с площади Тверская застава прямо на Лесную улицу. Или прямо, или направо, в сторону Красной площади, налево нельзя. Вот храм Николы Чудотворца. Ракурс. Красивые зеркальные здания. И вот площадь Тверская застава до реконструкции и после реконструкции в 2017 году. Вот сравнение, даже на автобусной остановке все это можно увидеть. Фестиваль «Рыбная неделя» стартовал в Москве вчера. На следующей неделе покажу площадки. Все в центре Москвы, Тверской бульвар, площадь Революции, Манежная площадь. Вокзалы Москвы красивые. Самый первый, самый старый вокзал Москвы — Ленинградский. Чуть позже в этом месте были построены еще два вокзала. Сейчас это площадь трех вокзалов. Комсомольская площадь, Ярославский и Казанский вокзалы появились на этой площади. Дома и здания красивые. До самого центра Москвы, Красной площади, остается 3 километра. И туристы могут ходить и осматривать
Тверскую и первую Тверскую-Имскую улицы. Это несложно, не так далеко остается до Красной площади. Памятник Максиму Горькому, великому русскому писателю. На центральных улицах Москвы появляются деревья. Все это по программе озеленения. Программа мэра Москвы. Озеленение, улучшение экологии в районах Москвы. Такой аккуратный сквер. Это все придает тоже красоту. Фонтаны заработали в Москве, вот на Пушкинской площади. Во время двух фестивалей не работал, сейчас работает. Уже постепенно везде включают. Лесная улица в сторону улиц Новослободская и Полиха. Бутырский вал в сторону Слободской и третьего транспортного кольца. Прямо Ленинградский проспект в сторону первая Тверская-Имская улица, въезд в центр Москвы. Такая красивая площадь, Тверская застава после реконструкции 2017 года.